поселке Приозерной Везняковского района взорвался бытовой газ. ЧП произошло около 6 утра 3 августа в 18-квартирном двухэтажном доме на улице Пушкинская. К счастью, никто не пострадал. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС. По прибытию было установлено, что предварительно из-за хлопка газа произошло обрушение межквартирных стен в жилом доме. Погибших, пострадавших нет. Из дома были эвакуированы 20 человек, в том числе 3 детей. Сотрудники МЧС участвовали в работах по разбору завалов. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 25 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники. По факту обрушения следователи проводят проверку. По их информации, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. Собственник одной из квартир переоборудовал дровяную колонку на газовое топливо, самовольно сделав разводку от централизованного газоснабжения. Законных оснований для этого не было, к специалистам мужчина не обращался. Сейчас решается вопрос о расселении жителей дома. На базе школы в поселке Николагоры Везняковского района подготовлен пункт временного размещения.